Здравствуйте. На Первом Карагандинском новости, в студии работает Сергей Высокосов. Сначала коротко о главном. Аким области Нурмухамбет Абдибеков отвечал на вопросы казахстанских журналистов. В акимате города, я сейчас вам скажу, порядка 30 или даже больше сейчас вакансий. Потому что идет вот как раз обновление этого состава. В Караганде стартовал ювелирный конкурс «Зергер Караганда 2014». Сегодня в Астане аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов республиканских каналов. Представители СМИ затрагивали отнюдь непростые темы. В прямом эфире глава области ответил на все вопросы журналистов, причем отвечал аким на них без каких-либо текстов с подсказками. Журналисты затронули такие вопросы, как проблема Бесабы, затопленного села Кокпекты и многие другие острые темы. Нурмухамбет Абдибеков отвечал подробно на двух языках. Больше всего представители СМИ на брифинге волновал вопрос о смене власти в Караганде и вопросы коррупции. И еще один вопрос по поводу вот коррупционных скандалов. Насколько после них была команда, насколько процентов обновлена в власти, да? И что предпринимается сейчас для того, чтобы бороться с коррупцией? Спасибо. Нашего аким области такими вопросами не проймешь. Но Нурмухамбет Абдибеков дал подробный ответ. Знаете, мы сейчас находимся как раз в динамике такой вот, когда практически каждую неделю те или иные кадровые решения приходится принимать. И относительно этого сказать сейчас, что вот там 10% обновилось или 50% будет обновлено, это достаточно сложно. Но тоже, в то же время вы знаете, какие эти процессы идут. Вот у нас аким города сменился. В акимате города, я сейчас вам скажу, порядка 30 или даже больше сейчас вакансий. Потому что идет вот как раз обновление этого состава. Ни один из вопросов не остался без внимания главы области. Он подробно выслушивал всех, давал полноценные ответы и даже приглашал с собой республиканских журналистов проехаться с ним по многим проблемным местам. Кто ничего не скрывает, тому нечего бояться. Амина Смакова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Год назад сотрудник полиции сбил женщину. Мать двоих детей, оставшись на костылях, все это время не может добиться справедливости от компетентных органов. 13 ноября 2013 года 38-летняя Бибигуль Кадырбекова возвращалась домой с работы. Переходя зебру напротив главного городского следственного изолятора, женщину сбил служебный автомобиль полиции с госномером 762. Самое постыдное в данном поступке – это то, что 22-летний сержант полиции Мадира Химберлина скрылся с места преступления, оставив мать двоих детей на произвол судьбы. Скорую помощь женщине вызвали неравнодушные очевидцы. С тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Женщина вот уже год не может добиться справедливости от суда, где требует, что для начала судебных действий пострадавшая должна полностью выздороветь. Никакой помощи, никакого продвижения в деле я не увидела. Ко мне никто не приезжал и даже не позвонил. Все затраты на мое лечение оплачивает мой супруг. По примерным подсчетам семьи Бибигуль, на ее лечение уже было потрачено 300 тысяч тенге. Опустошенные горем родные Бибигуль люди всеми силами пытаются поставить ее на ноги. Как утверждает муж Бибигуль, ему прислали схему, где показывают, что его супруга переходила дорогу в неположенном месте. Как выяснилось, схему составляли согласно показаниям подозреваемого, а вот пострадавшую сторону даже не выслушали. Через месяц, как сбили мою жену, мне прислали схему ДТП. Я полностью не согласен со схемой. Здесь говорится, что моя жена переходила дорогу в неположенном месте. Схему составили со слов подозреваемого, а нас почему-то не выслушали. Пока неизвестно, когда восторжествует справедливость и пострадавшей семье компенсируют все убытки. Ануар Сидрахим, Айдын Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Не отходите далеко от телеэкрана. Мы вновь продолжим. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии.
Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. У Карагандинского футбольного клуба «Шахтер» возникли трудности в чемпионате страны и внутри клуба. На сегодняшний день наша команда занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, а играть осталось всего 3 матча. Выводы напрашиваются сами собой. К тому же игроки клуба не получают зарплату уже 2 месяца. И помимо всего, среди 50 предприятий, принадлежащих приватизации, есть и футбольный клуб «Шахтер». Гранд казахстанского футбола, двукратный чемпион Казахстана, обладатель Кубка страны, первый казахстанский клуб, попавший в групповой этап Еврокубков. Наверное, все помнят сенсационную победу над шотландским Селтиком, которая потрясла весь футбольный мир. Ай-яй-яй, блокируют, еще один удар, Вичус в дальний, гололь! В этом году болельщики ждали большего от подопечных Виктора Кумакова. Но, увы, на сегодняшний день футбольный клуб «Шахтер» столкнулся с финансовыми трудностями. А положение в чемпионате Казахстана по футболу оставляет желать лучшего. Как сообщила пресс-служба футбольной команды, руководство клуба решает данные вопросы. Проводится планомерная работа по их устранению. Есть задолженность за август и сентябрь месяц по зарплате. Вопрос погашения долга решится, как деньги будут выделены из бюджета Карагандинской области. Также футбольный клуб в этом году выставят на торги. По вопросу приватизации. Футбольный клуб «Шахтер» осведомили о государственной программе по приватизации. Футбольный клуб «Шахтер», в свою очередь, предоставил соответствующие документы органу, занимающемуся этой данной государственной программой. Как это скажется для клуба, мы пока сказать не можем. Покажет только время. Следующая игра состоится 26 октября в 16:00 против столичной команды «Астана». Уважаемые болельщики, давайте поддержим наш любимый клуб. Шахтер, ты супер, ты лаки. Шахтер, ты супер, ты лаки. Шахтер, ты секси, ты лаки. Шахтер, удачи, get lucky. Вот это да, Караганда. Бекзат Аликайдаров, Айдын Жакан, Арман Нартаев, первый карагандинский. Одна из эффективных экосистем для развития инновационной атмосферы в регионах – это Карагандинский региональный центр коммерциализации, который работает при ТОО «Технопарк Сары-Арка». Аким области Нурмухамбет Абдибеков посетил и познакомился с работой Центра обслуживания предпринимателей. Центр был открыт при региональном филиале АО «Фонд развития предпринимательства ДАМУ». Он оказывает консалтинговые услуги в режиме одного окна по актуальным вопросам ведения бизнеса. В частности, это услуги, касающиеся ведения бухгалтерского и налогового учета, таможенных процедур, внедрения систем менеджмента, маркетинга и информационных технологий. Со своей стороны, готов и открыт к общению, к восприятию разных предложений, которые у вас могут быть. И хочу, чтобы наш регион был в лидерах и по инновационной составляющей, и по развитию предпринимательства, да и почему угодно. Консультанты ЦОП не только предоставляют предпринимателям полную информацию о существующих в фонде ДАМУ программах господдержки, условиях и порядке участия в них, но и помогают подготовить необходимые документы для получения господдержки. А для занятых людей, которые не могут подойти в центр обслуживания, существует отдельная консультация по скайпу. Микрофон прижмите, вас плохо слышно. Ага, вот так вот, да. Ага.
ЦОП стал местом, где предприниматели могут повысить свою квалификацию, обучаясь на курсах, а также участвуя в бесплатных семинарах, посвященных особенностям внедрения бизнеса в самых разных отраслях экономики. Ознакомившись с Центром обслуживания предпринимателей, Аким области провел совещание. Для реализации этих идей мы из местного бюджета какие-то финансовые ресурсы могли бы, наверное, мобилизовать, допустим, здание купим или там, допустим, через СПК капитализируем, ему здание вот это дадим, а вы будете там сидеть на некой там щадящей аренде, но для того, чтобы развивать вот эти направления. На совещании обсуждались вопросы эффективности работы и взаимодействия региональных институтов развития. Подводя итоги совещания, Аким области отметил, что региональными институтами развития проводится определенная работа по поддержке предпринимательства. В то же время необходимо активизировать их взаимодействие в этой работе в соответствии с теми задачами, которые ставит глава государства перед этим сектором экономики. Лариса Хусейнова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции провело семинар на тему «Интегрированная информационная система управления персоналом государственной службы». Семинар состоялся при поддержке проекта Европейского союза «Реформа и модернизация государственной службы правительства Казахстана». Подробности у нашего корреспондента. В семинаре приняли участие около 100 государственных служащих Карагандинской области, включая представителей всех районных и городских акиматов. Поддержал это мероприятие и Национальный центр по управлению персоналом государственной службы. Вице-президент центра Исатай Сагендиков отметил важность этой интегрированной информационной системы управления персоналом государственной службы, также именуемой ЕКЗМЕТ. Он подчеркнул, что внедрение этой системы позволит сократить бумажный документооборот, автоматизировать бюрократические процессы кадровой работы и повысить прозрачность конкурсных отборов претендентов на государственную службу. Эксперт проекта Максимилиан Федингер рассказал об опыте использования этой системы в европейских странах. Мы презентуем сегодня информацию об опыте внедрения интегрированной информационной системы в европейских странах – Голландии и Австрии. Благодаря внедрению этой системы были значительно сокращены административные расходы правительства. Этот проект является международной инициативой по интеграции европейского опыта государственного управления в стране. Общий бюджет этого четырехлетнего проекта составляет более 4 миллионов евро. Амина Смакова, Айдин Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Освоение целинных и залежных земель в середине 1950-х годов стало важным политическим мероприятием, которое сыграло существенную роль в становлении крупного зернового производства в Казахстане. Круглый стол на тему «Целина. Золотая страница истории» состоялся в здании Государственного архива Карагандинской области. В Казахстане основными производственными единицами, производившими продукцию сельского хозяйства, являлись колхозы, а позже совхозы, просуществовавшие до начала 90-х годов 20 века. Освоение целинных и залежных земель дало возможность накормить страну хлебом, увеличить поголовье скота и повысить продуктивность сельского хозяйства в целом. В рамках сегодняшнего круглого стола «Целина. Золотая история страницы» мы проводим презентацию сборников документов и материалов Государственного архива Карагандинской области. Это сборник документов и материалов освоения целинных залежных земель и справочник по истории колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий Карагандинской области. Презентация сборников документов и материалов Государственного архива Карагандинской области была подготовлена к 60-летию освоения целины и залежных земель. Круглому столу, посвященному становлению и развитию хозяйства в Карагандинской области, был подготовлен диск с воспоминаниями первоцелинников. Также подготовили сборник документов и материалов из истории освоения целинных и залежных земель в Карагандинской области. Целью проведения круглого стола и презентации является патриотическое, нравственное и духовное воспитание казахстанцев через культурно-просветительную деятельность государственных архивов. Сельское хозяйство – это одна из важнейших социально-экономических сфер нашего государства, которую мы должны развивать и, конечно же, не забывать свою историю. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Человечество будет существовать до тех пор, пока у женщин будет страсть к украшениям, а у мужчин – страсть к женщинам. В Караганде стартовал открытый ювелирный конкурс «Зергер Караганда-2014». Уже в третий раз ювелиры нашей страны собираются в Караганде. В этот раз они поселились в областном музее изобразительных искусств. На выставке показаны различные ювелирные украшения, национальные инструменты.
Представленные изделия обработаны как в национальном казахском стиле, так и в современном дизайне из разных материалов. От классики до современности можно пройти путь развития ювелирного мастерства в Казахстане. Сегодня присутствую на открытом ювелирном конкурсе, который устраивает Шибер. Очень рада, что у нас в Караганде проводятся такие мероприятия. Люди приехали с разных городов, как Тараз, Алмата, Балхаш. Спасибо им, все изделия понравились. Как известно, многие ювелирные изделия в нашей стране импортные. Конкурс создан для поддержки и продвижения на отечественные и зарубежные рынки казахстанских ювелиров. Многие мастера расценивают эту выставку как площадку для заключения договоров. Кто-то находится в Китае на большой ремесленной выставке, кто-то находится в Италии, кто-то находится во Франции. Я отрадно слышать, что это и наша тоже заслуга. Конкурс «Зергер Караганда» своим существованием, он дал дорогу этим мастерам. Открытый ювелирный конкурс «Зергер Караганда-2014» будет проходить 3 дня. В финале конкурса пройдет выставка-продажа. Работы победителей конкурса будут выкуплены организаторами конкурса для постоянной экспозиции в галерее славы конкурса «Зергер Караганда». Ануар Сидрахим, Айдын Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде появился новый информационно-рекламный журнал «Хайжет». Название полностью соответствует тематике. Из него горожане могут почерпнуть только все самое необходимое. Наши журналисты побывали на презентации нового продукта карагандинского шоу-бизнеса. Подробности в следующем сюжете. Журнал «Кажет» в этом месяце выпустили весьма успешно. Тираж его составляет 3000. Творческая команда журнала сделала все, чтобы первый и явно не последний выпуск был идеальным. Обложку журнала каждый месяц будет украшать какое-либо известное лицо, будь то певец или актер. В самом журнале размещается биография этого героя. В первом октябрьском выпуске героем номера стал певец Сейил Аяганов. В интервью можно узнать, как он зашел на национальный эстрадный музыкальный олимп Казахстана со своим репертуаром, с устоявшимися традициями и принципами. Концепция журнала состоит в том, чтобы освещать все культурные мероприятия. Журнал имеет тематические разделы. В журнале мы постарались вложить как можно больше тем, чтобы читателю было интересно. Есть такие разделы, как спорт, культурные новости, биографии известных людей. Одна страничка посвящена поэтам. Также там содержится и различная реклама. Журнал этот, можно сказать, новоиспеченный. Сколько продержится на рекламном рынке, неизвестно. Ведь, как многие знают, часто бывает и такое, когда новый журнал не окупается и, что самое главное, не читается. Но «Кажет» уже имеет свою аудиторию. Полноцветное матово-глянцевое издание, над которым работают профессионалы своего дела, редакторы, журналисты, дизайнеры, менеджеры и другие сотрудники редакции. Этот журнал могут читать только те, кто знает казахский язык. В следующем номере вы увидите Серика Сапиева, Андрея Финонченко и многих других известных людей. Изучайте государственный язык и расширяйте свой кругозор. Амина Смакова, Айдын Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Уже не в первый раз к нам приезжают торговцы из Индии. В торговом доме «Абсолют Казахстан» на 3-м этаже проходит выставка-ярмарка лучших индийских товаров. Каждый карагандинец может попасть в удивительный мир Индии и приобрести себе частичку восточной страны. Жители города уже привыкли к таким выставкам и ждут их с нетерпением. Ни для кого не секрет, что Индия славится натуральным чаем, который у индусов всегда в изобилии. А с хорошим чаем очень полезно есть мед. Он обладает множествами свойств, которые молодят и оздоравливают организм. Мед, представленный на выставке, исключительно натуральный. Придя на такую выставку, просто невозможно уйти с пустыми руками. Большой выбор ювелирных изделий ручной работы, натуральные камни, домашний текстиль, национальные наряды, декоративная косметика и многое-многое другое. У нас сегодня первый день открытия. Наша индийская выставка-ярмарка будет проходить с 24 октября по 2 ноября. То есть на нашей выставке представлены изделия ручной работы, драгоценные, полудрагоценные камни, жемчуга. Из красного дерева тик у нас есть изделия очень хорошие, все натуральные ткани, материалы. То есть у нас представлены постельное белье, покрывало, хлопок, шелк. То есть приходите и не пожалеете, мы будем рады вас видеть с 10 до 8 часов вечера. Натуральная косметика тоже очень интересует покупателей. Украшения ручной работы буквально завораживают взгляд, а улыбчивые индусы всегда рады помочь вам в выборе. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский.
Это была последняя информация на сегодня. Выпуск был подготовлен отделом информационных программ Первого Карагандинского, вел передачу Сергей Высокосов. Если у вас есть интересная информация и вы хотите ей поделиться, звоните нам по телефону 420649, и мы, наша съемочная группа, выйдет к вам. А пока я с вами прощаюсь, до свидания и до встречи.